США будут добиваться освобождения осужденной в России Ксении Карелиной. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Женщину, имеющую гражданство России и США, признали виновной в госизмене и приговорили к 12 годам лишения свободы. Ей вменялось в вину пожертвование в размере $51.80 благотворительной организации, помогающей украинцам. 33-летняя балерина получила гражданство США после того, как вышла замуж и переехала в Лос-Анджелес. В России женщина навещала родственников.